большая подготовительная работа, всегда проведение единого государственного экзамена. Здесь не только Министерство и Управление образования на местах, это во всех 60 пунктах проведения единого госэкзамена работают команды, очень сплоченные. Многие коллеги работают уже не первый год, и в целом по году ходило обучение, именно что касалось и процедуры проведения экзамена, и мы работаем с экспертами в части того, каким образом будут оцениваться работы. Плюс к этому все причастные структуры. Конечно, в этом году основной акцент, если там два года назад у нас основной акцент был на санитарно-эпидемические профилактические мероприятия. Здесь мы понимаем, что мы сдаем экзамены в сложной достаточно обстановке, связанной с проведением специальной военной операции. Поэтому меры безопасности здесь принимаются беспрецедентные. Мы в самом тесном контакте со всеми причастными структурами. Я никаких подробностей, естественно, раскрывать не буду. Вот. Ну и по климату. То, конечно, в этом году специально сделано русский язык и математика сдвинуты максимально близко к началу. То есть сегодня пишут русский, следующий день тоже будет, потому что это самый массовый экзамен, более 6 тысяч ребят его сдают, ну и выпускников прошлых лет. Вот, соответственно, русский язык, математика, информатика, говорение по иностранному языку – это те экзамены, которые разбиваются на два дня. Кто-то идет первый день, кто-то идет во второй. Сдвинуто максимально близко к маю месяцу, ну, чтобы полегче было с точки зрения климата, но оренбуржцы, значит, своим степным жарким климатом тут в данном случае, конечно, ребятам не совсем помогает. Вот у нас несколько человек закончило 26-го досрочно, ну, в связи с тем, что ребята сослались на самочувствие. Это было оформлено должным образом. Они у нас могут в дополнительные дни основного периода все-таки попробовать экзамен пересдать.